10 каналов в цифровом качестве и 26 каналов в аналоговом. Это будут все каналы у меня теперь? 26. А как же я платить буду? Как платили 125 рублей в месяц. Да. Что случится 1 января? Не придется ли сидеть у синего экрана в новогоднюю ночь, ведь страна-то переходит на цифровое вещание? Этими вопросами задалась в преддверии праздника Ольга Павловна Тимошенко. Спешим сразу же успокоить наших телезрителей. Абоненты «Искр ВЭК» встретят Новый год вместе с любимыми телеканалами. Но абонентов нашего кабельного телевидения это не коснется, так как это будет касаться только абонентов, у кого свои частные антенны на своих частных домах. У нас кабельное телевидение будет работать все в этом же режиме. Все дело в том, что «Искра» уже давно вещает в цифре, но при этом не забывает и про тех, кто еще по старинке использует аналоговые технологии. Для них цифровой сигнал со спутника преобразовывается в аналоговый. Если ваш телевизор поддерживает цифру, но вы не знаете, как его настроить, то мастер телекомпании «Искра ВЭКТ» настроит любимые каналы. Правда, услуга платная. Зато Ольга Павловна теперь в Новый год не заскучает. Картинка радует глаз. Мне помогли настроить на все каналы, которые я люблю, на цифровое телевидение. Я очень довольна. Спасибо им большое. Очень рада. В новом году ни один абонент воскресенского эфирно-кабельного телевидения не останется без любимых программ. Александр Иванов, Руслан Полянин. Новости «Искр ВЭКТ».